Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Dwarf Fortress. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что сделали гигантскую ловушку под названием мясорубка, в которой мы будем перемалывать гуманоидоподобных врагов, которые к нам сунутся, и мы не захотим с ними мучиться. Просто, твою мать, господи, я боюсь этих лизардменов. Короче, я должен объясниться. У меня в одной из первых крепостей, в которой я страдал просто из-за абсолютного непонимания происходящего, я страдал дичайшим образом. И вот эти лизардмены, всратые, у меня находились в пещере. Они спавнились по 60 человек. И я был в таком ужасе от того, что я не знал, что с ними делать. Я от них настолько настрадался, я столько людей перехоронил из-за них. Поэтому я теперь даже если вижу нейтрального лизардмена, меня начинает телепать немножко. Поэтому извините. Ладно, пусть проходит. Он у нас пусть и не особо званый, но гость. Короче, мясорубку мы сделали, ожидаем ее применения в ближайшее время. Все коннекты я вроде бы поставил, сама ловушка готова к запуску. Остается только дернуть рычажок. Вот этот, да? Да. Вот этот рычажок дернуть, и у нас она будет запущена. Сегодня мы должны с вами сделать городскую охрану. Пусть у нас даже сейчас... А чего сюда? Они рыбу собирают? А вы ее собираете? Подожди. Сейчас проследим. Они ее собирают как мусор или они его... Да, они как мусор собирают. Это не то, чтобы очень хорошо на самом деле. А, мы с мусором так и не разобрались, да? О, да, деточка, не разобрались. Мы решили хранить в квантовом хранилище кучу всяких костей, ракушек и так дальше. Но мы это решили не сжигать, потому что лаву мы еще не поднимали. Но лаву мы потом поднимем. С лавой мне еще надо будет эксперименты некоторые провести. Но по идее лава это самая лучшая ловушка. Самые лучшие ловушки, которые можно сделать для врагов. Любых. Это лава. То есть лава выжигает абсолютно все. Ей плевать на все и вся. Единственное, что нужно правильно продумать, как ее использовать. В принципе, вот этот вариант тоже сгодится. То есть взять... У меня появилась сумасшедшая идея. А что если... У нас есть здесь мост, правильно? Они падают сюда, если что, на этом мосту мы их расстреливаем. У нас здесь нет моста. Но если мы поставим здесь мост, он сможет выдержать воду, и мы сможем их топить. А, да, тут уже не получится. Хотя, нет, не получится. Я могу отдать, в принципе, эту часть жилого массива. Тут отдать... А, нет, тут уже точно не получится. Так, а лавовое озеро там есть? Сейчас, погодите. Оно вот здесь. Сейчас 19, 18. Оно здесь есть. Короче, можно сделать бездонную ловушку. Но это очень много времени. Надо убить. Но можно реально сделать ловушку, в которой товарищи, пришедшие сверху, либо в пещере, мы можем же на каждом уровне прорыть. Либо в пещере, они просто будут заходить на какой-нибудь мост. Мост уезжает, они падают прямо в лаву, прямо на днище. Но это было бы жестко. Ну, короче, в любом случае, лавовые ловушки, самые топовые ловушки, всем советую. Но единственное, что с лавой работать очень сложно и в основном багованно. То есть у нас с лавой есть какие варианты. Мы можем ее поднять насосами. Но чтобы вы понимали весь ужас происходящего с насосами, грубо говоря, у нас тут какой 119, да? 117. На 117 уровне у нас лава. Допустим, мы хотим ее поднять на поверхность. Это 116 уровней. И на каждом уровне нам нужно будет ставить насос. Чтобы вы понимали, да, весь ужас. На каждом уровне нужно ставить насос. И насос не простой, а золотой. Насос должен включать в себя ресурсы, которые не поддаются горению. У нас там вроде бы было перечень этих ресурсов. Вот, магма сейф ресурсы, они подходят. То есть, грубо говоря, если мы хотим сделать вот этот самый насос, нам нужно использовать в механизмах, допустим, доломит. И в железе, что у нас годится? Каолинит, гематит, кстати, что очень странно. Что очень странно. А, стоп, подождите, мы же этим можем не из железа делать. Ну, короче, в любом случае нам нужно будет использовать магма-сейф материалы, причем, чтобы все механизмы, все было создано исключительно из магма-сейф материалов. Тогда оно не сгорит. Если, допустим, в насосе будет один хотя бы элемент не из магма-сейф материала, то он сгорит в процессе работы. Поэтому это очень большая сложность. Но есть чуть-чуть... я бы даже не сказал, что это багованный способ. Но с помощью вагонеток можно поднять лаву наверх. Но там надо будет прям заморочиться, поэтому к этому мы вернемся чутка позже. Так, давайте смотреть, что у нас по охране.
Нам нужен Guard Squad. Vacant Position. Давайте, кто они у нас будут? Они у нас будут имбомилишники. Давайте им значок сделаем. Так, у вас такой, у вас броня. Давайте вы будете омегами. Как бы дивно это ни звучало. И вы будете такими писфулами. Насколько это возможно, вот. Вы у нас будете охраной. Давайте назначим сюда людей. Давайте назначим... у нас не то чтобы... Сколько у нас всего? 58... А, ну да. У нас тогда не то чтобы много людей. Хорошо, давайте... Скиллов у нас релевантных все равно нет, насколько я понимаю, да? Вот, Спирман есть. Давайте его и сделаем. Анир Ксимлон. Это у нас человек. Дварфы рады этому, конечно, не будут, что мы тут людей назначаем на такие позиции, но тем не менее. Так, других релевантных я вроде бы не видел, но релевант... Оп, стоп. Адеквард Сворс Дварф. А, это Бататон. Бататону нельзя. Он у нас вроде бы все еще мер, поэтому его оставляем в покое. Тогда набираем просто рандомиев. Рандомиев, которых мы просто обучим в товарищей. Суть в том, что по сути... Наши гварды, они не должны иметь оружие. Ну, либо, во всяком случае, должны иметь какое-то максимально паскудное оружие, честно говоря. Потому что в случае каких-либо передряг они начнут метелить наших же дварфов. И, соответственно, чем слабее они их будут метелить, ну, точнее, в меру метелить, они не должны их убить, но они не должны при этом им, как бы это, проиграть, грубо говоря. Поэтому с этим придется немножко позаморачиваться. Так, армерер давай. Стоункаттер давай. Покрасщик давай, глассмейкер давай, мы пока что не занимаемся стеклом, и я сильно сомневаюсь, что мы им займемся на самом деле. Хотелось бы, честно говоря, но пока никак. Так, теннера давайте тоже сюда, еще одного стоункаттера и сиэдж оператора. Все, ребятки готовы. Огромный отрядец, кстати, получился, честно говоря. Нам, по идее, наверное, даже столько не надо. Ну ладно, экипировки у них, скорее всего, сейчас не будет. Еще проблема в том, что мы не можем... мы можем отменить. Выборочно. Индивидуально. Ну ладно, пока отменять не будем. Я очень сильно надеюсь, что просто у нас за счет правильной постройки всей базы у нас не будет создаваться конфликтных ситуаций, в которых вообще они должны будут задействоваться. Но они нужны будут для разведки. Они нам в любом случае... нужны будут. Так, закрытые кейсы у нас имеются, холодных кейсов у нас нет. И у нас нет никакой информации касательно каких-то масштабных воришек. Это хорошо. Давайте по традиции запустим в крафт все, что нам надо. Опять же, мне кажется, что так гораздо проще. Я, может, могу ошибаться, но мне кажется, что так работает гораздо проще. Так, гаунтлеты, грифсы, айрон хай бутсы, айрон брисплейт. Раз, два, три, четыре, пять. И копья. На всяк пожар. Надо сейчас, кстати, проверить запасы железа. Потому что у нас там стены из железа поперли уже, так что надо это все на всяк пожарничек проверить. А, хотя копья не надо, подождите. Или на... Не, давайте лучше сделаем. Они хоть и стоят у нас в бесконечном крафте вместе с оружием. Но на всяк пожарничек лучше проверим. Все, теперь у нас с товарищем есть что делать. Мы их не отвлекаем. А, и нам же склады надо было расширить. Чуть не забыл. Со складами у нас какая ситуация? Здесь нам нужно его расширить из-за того, что тупо не влазит. Хотя казалось бы, да? Здесь тупо не влазит все добро из-за того, что мы крафтим тысячами блоки. Поэтому и не влазит. А здесь мы должны расширить для того, чтобы добавить парочку... А хотя нахера... Накерак, я думаю, мы можем сделать по-другому. Что такое? Интертейнеры, до свидания. Нам по-хорошему нужно почаще отправлять штурмовые отряды сейчас. Почему? Потому что у нас есть нюансы с количеством людей. Мы не можем содержать больше 200 человек. Ну, во-первых, это влияет на производительность. Вот. А во-вторых, соответственно, их нужно куда-то юзать. И мы этим сейчас, скорее всего, и займемся. И сейчас мы еще проверим, можем ли мы гвардам в расписание. Я, кстати, не выставил расписание, да? Давайте. Ух, как оно подлагивает. Скотина такая.
Так, Shadow, Monthly Order, Terrain. Давайте мы сделаем копи. Я надеюсь, оно спастилось. Отлично. Вас переносим сюда. Пусть они параллельно пока что тренируются. Но по-хорошему... Сейчас пауза, потому что это невозможно. Так, по-хорошему сейчас тогда проверим. You monthly shadow. No order train, no order train. Если мы изменим... No order, no order, no order. Training timber. Это чуть не то, что мне надо. Sleep room at will. То есть технически... Да, мы можем выставить им задачу на какой-то период времени заниматься патрулированием всего нашего города. Это будет немножечко через жопоболь, но в принципе это можно сделать, чтобы они хотя бы месяц через месяц, но патрулировали. Но пока что пусть тренируются, пока они бесполезны абсолютно. Поэтому оставляем их, нихера вы уже выкопали. Так, стокпайл этот мы расширяем. Ну давай, добей там уже блок этот. Стокпайл мы расширяем. В придачу здесь сразу же все заглаживаем. Работы, короче, накидал пацанам на ровном месте. Не благодарите, как говорится. Так, и гравировщики у нас здесь подфилодили чуть-чуть. Гравировщики Арбайтен. Ага, хер лысого, понял. Вот так надо, вот так. Все, сейчас весь город сюда прибежит заглаживать, скорее всего. Поэтому мы их не отвлекаем. Кстати, что у нас по запасам? Еды до хрена, я же хотел еще давным-давно посмотреть железо и... Нет, не так. Через барс. Так, железо есть. Дальше проверяем руды. Оу, щит. Лимонита нет. Гематита нет. Что у нас было еще источником руды? Железа, точнее. Это, скорее всего, в Stones. Так, шейл, доломита 243, нихера себе. 325 лигнит. Короче, углем мы запасены до конца своих дней. Но я вынужден заметить. Может, он находится в какой-то Economic Stones категории, например. Нет, он здесь не находится. И руды, я так понимаю, тоже нет. OPRST. OP. Ор у нас нет. Это плохо. Это плохо, это значит, что у нас по факту закончилась руда, я правильно понимаю? Сейчас мы еще здесь проверим. Лигнит, древесина. Лигнит, доломит. Да, слушайте, у нас нет руды. То есть все, что у нас было рудное, мы все переработали. С одной стороны, это хорошо. С другой, честно говоря, не очень. Так, здесь в доломите мы выкапывали лимонит, насколько я помню, да? И здесь мы вроде бы как все перекопали, хотя уверен, что если здесь сделать парочку проходных, то мы еще что-то найдем. Так, здесь тетраэдерит, это не помню, по-моему, медь. Здесь клейстоун, еще тетраэдерит. Здесь у нас камни драгоценные, это все херня. Вопросик теперь, есть ли у нас еще вообще где-нибудь железо? По-моему, гематит был где-то почти на дне. Но гематит — это такая вещь, что за ней бегать будет прям большая боль. Но, видимо, у нас других опций нет. Так, здесь мы добывали просто красивый камень, да? И мы нихера здесь больше не нашли. Вы прикиньте, мы целый уровень прокопали, и здесь немножко драгоценности было, и все. Никакой ни руды, ни хера. Ладно, так, что у нас там опять? У Бататона опять закончился мандат. Кстати, Бататон уже, по-моему, третий раз переизбирается мэром. Это серьезная заявочка вообще-то. Так, пролистываем этот. И диорит. Вот на уровне диорита у нас, по-моему, что-то было. Не понял. Я что, не до конца исследовал пещеру? Что? Я на 100% уверен, что я ее исследовал. Так, гранит, опять я... Оп. А, здесь золото. Не, ну золото тоже прикольно, конечно. Стоп, подождите, я запутался. И докуда у нас эта пещера идет?
Ах ты ж говно собачье, ублюдок, мать твою. Она заходит в пещеру, в которой, кстати, у нас, по-моему, сидит один, да? Прыщ. То есть золото мы здесь тоже спокойно добыть не можем. Понял. Понял, принял. Не, по идее, мы можем там запечататься, но... Это такое. Короче, здесь уровней 5 золота есть. Вру. 7. 7 уровней золота. Не-не, еще больше. Короче, золото здесь пруд-пруди. Сейчас 105. Здесь пещера где начинается? Здесь пещера начинается на 107-м, 108-м. Хм. 107-й, 108-й. Здесь опять золото и все. Я уверен, что я где-то видел гематит. Я на 100% в этом уверен. Поэтому я глазками сейчас еще проверю. Но нет, здесь только золото. Короче, есть один из вариантов, который очень плох. О, тролляка бегает. Это на 110-м, да? А ну-ка, а что там наши товарищи? Товарищи незваные гости. Оба живы. Этот на 70-м уровне тут изрыгает огонь, бегает. А товарищ Тентакля все так же сильно ранен, но он в самой ближайшей пещере к нам. И у него, кстати, здесь в пещере лимонит. На секундочку. А, так стоп, мы можем вот этот уровень разработать еще, я правильно понимаю? Мы здесь даже не до конца разработали, но здесь были риски, сразу скажу. Да, потому что здесь жила выходит в пещеру. А пещера здесь 3, 4, 5, 5-уровневая пещера. Боль в том, что по-хорошему нам бы проверить наличие еще каких-либо врагов в этом уровне. И в принципе мы могли бы сделать такую вещь. Мы могли бы сюда ворваться и забрать все железо. Но это очень рискованно, потому что они спавнятся в пещере. Вот в чем проблема. То есть даже если мы забьем эту мразь, постараемся отсюда хапануть железо, то это скорее всего хорошо не закончится. Ладно, давайте проведем тогда экспериментальные такие раскопочки. Покуда сможем. Немножечко копнем. Проверим на наличие лимонита. Ну, я вижу, что он здесь есть. Но я точно так же отчетливо понимаю, что мы не можем автокопание включить здесь. Потому что это, скорее всего, плохо закончится. Тут очень много вещей вообще, которые могут плохо закончиться, поэтому... В наших же интересах быть максимально осторожными и последовательными. Так, тут кластер с драгоценностями. И тут над нами сразу же пещера, да? А это нам проблем не создаст? Просто тут грибные деревья стоят. А как мы знаем, у деревьев периодически корнище-то прорывает. И как бы не очень хорошо получается. Так, а на этом уровне лимонита нет, да? Угу. Собственно, поэтому мы его и не копали. Окей, давайте попробуем. Если не получится, бог им судья. Заводим сюда. Здесь еще парочку разрезиков. На всяк пожарничек. И здесь можно промежуточные добавить. Например, вот так. Вот так. Вот так. Здесь можно даже завести подальше. Например, сюда. Тут просто проблема в том будет, что придется вручную все добывать. Нельзя будет автоматику ставить. Не, можно, конечно. Но опять же. Вся сложность основная в том пещер, что они являются постоянным спауном. То есть там нет возможности... Не, по идее, есть возможность, насколько я помню. Мы можем найти все места, в которых потенциально спавнится враг. А это чаще всего... Где? Вот такие вот места. Выходы за угол карты. За границу. И мы можем здесь просто фортификации поставить, и они вот здесь будут спавниться и ничего не смогут сделать. Но, опять же, это надо найти все эти места... Предварительно зачистить всю территорию на наличие уже существующей вражины. То есть работа, которая, скорее всего, будет не будет того стоить. Так, заводи сюда. И здесь у нас еще целый угол остается огромный. Ёпарасет. Давайте, короче, нам нужно из этой зоны выжать максимум. При том, что мы с лимонита получаем же не один слиток, мы получаем их целую кучу. Поэтому нам здесь найти хотя бы слиточков... Точнее, этих руд 30. И мне бы, наверное, этого хватило бы.
Так, здесь прошерстите, здесь. Все, задача у вас охереть. Я надеюсь, вы с этим справитесь. Автоматику мы не подключали. Этот мы не подключали. Но остается теперь это все перебрать. Ой, а что это я здесь оставился? Остается это все перебрать в надежде того, что здесь будет то, что мы ищем. 4, 5. И вот сюда. Бляха, мы сейчас ее полностью по кругу обойдем. Это ужас какой-то. Заводи сюда. Заводи до сюда. Там уже начали копать. Стоям бы до сюда. Вон он ходит, ходит, бродит собака. Кстати, он, по идее, должен попасть сейчас под наших арбалетчиков. Давайте-ка я возьму этих товарищей. Пещера Один. Шуруйте сюда. Сейчас проверим. Здесь опять же таки на всяк пожарный. Да, лимонита нашли, нормально, все. Не все так плохо. Видишь его? Они его не видят, он за стенками и за деревьями. А, так, сейчас я попробую по-другому. Допустим, берем тебя точечно атаковать вот, вот этого товарища. Так, его забайтили. Он передумал, что? Он дернулся в эту сторону, но передумал на полпути. Херово, ладно. Возвращаем вас на маршрут. Просто он очень близко находится, есть шанс, что он неуклюже дернется в нужную нам сторону. И наши товарищи его тогда располосают. Поэтому не будем им мешать. Пусть все занимаются своим делом. Куда пошел? Назад иди. Тебя там ждут уже толпой, если что. Тебя там 20 человек почти ждет. Будь добр, посодействуй. Так, здесь мы довели, здесь можем вот такую загогулину сделать. Не знаю ее целесообразность, но пусть будет. В общем, копайте все, что видите. Бегает, 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 бегает. Последняя инфа у него о миазме, к сожалению. К сожалению, только о миазме. Так, что нашли? Ну, можем уже им по чуть-чуть накидывать сюда. Задачки пусть роют. Он очень дебильной позиции стал, серьезно. Он и за стеной, и за деревьями одновременно. Его как бы ни туда, ни сюда. Фу, мерзость. Так, я забыл проверить, я не копнул лишнего. Тут я что-то закрывал. Ага, понял. Так, это все. Не, нигде вроде бы не выкопаемся лишний раз. Так, он дернулся. Есть ранение? Нет? Нет. Вся проблема в том, что мы его не можем. Не, есть вариант его забайтить, но это очень плохая идея. Очень плохая. Твою мать, шо. Осада. Так, теперь мы должны реактивно тогда сработать, а проблема в том, что большая часть дварфа у нас находится где? Правильно, на дне. Окей. Так, первое, что мы делаем, мы закрываем дверь, чтобы у них даже не было мотива идти к нам. Потом мы дергаем этот рычаг, закрывая быстрый проход. Дальше мы закрываем вот это. Закрывая дверь. Рычаг на ловушку 1. Закрываем. Далее. Здесь вход ловушка 2. Закрываем. Вход ловушка 3 получается, да? Но мы ее не переименовывали. Да. Это мы закрываем. Да, сейчас нужно все закрыть. И дерните вот этот рычажок. Я не хочу им сейчас ставить зону, потому что это плохо закончится. Скорее всего. Так, нормально так пришло, кстати. Нормально, они еще идут. Ни хера себе. Заходите, товарищи, как раз для вас мы готовили очень красивую ловушку. Такой вы больше нигде не найдете. Так, вагонетки запущены.
Вот этот мы тогда можем отменить. Или ты уже дернул? Ты уже дернул, да? Сейчас, погодите. Да. Пёся, вернись домой. Ты кто такой? Human Dancer? Это гость. Скорее всего, первая жертва, которую мы увидим, это будет гость. Как бы это грустно ни звучало, но он сам подсунулся, правильно? А, подождите, что-то я здесь перекликал, нет? Так, тебя. Ты. Дерните еще раз, чтобы открыть. Тут закрыли. Все, проход остается только здесь теперь. Нет, не иди назад. Кот, нет! Кот разлетелся на ошметке. Причем это котенок еще и был. Так, железная вагонетка врезается в котенка в правую часть ноги. Еще раз. Раненая часть, то есть нога, врезается в его тело. И происходит непонятное месиво. Артерия открылась, минус кот. Кот умер в болях, в страданиях. Нет, гость, нет. Ну, мы с него лут заберем зато. С него все повылетало. Ноги, руки, кости. Да, я не хотел бы, чтобы наши гости стали первыми. Ну, ладно. Так, вагонетка врезается в руку. И руку отрывает нахер. Артерия открывается. И, собственно, у него вылетает нахер абсолютно все. Он врезается в препятствие и взрывается. В принципе, я как-то так и ожидал, что это будет работать. Так, они же нас там сейчас спрашивают, да, хотим мы жить или нет. Я боюсь просто, чтоб... Просто видите, здесь лежат кости, но рефьюзы мы убрали вроде бы, да? Давайте я все-таки перестрахуюсь. Я назначу сюда всех на территорию, запускаем. На всяк пожарный, серьезно. Просто, чтобы они сюда сейчас не ринулись. Потому что это может очень быстро и очень плохо закончиться. Так, хотите потерять жизнь? No. Давайте, товарищи, мы вас ждем. Где вы там? Ну их дохера прям, слушайте. 5, 10, 15, 20, 26, 24, 29. Ну, короче, 30-ка точно есть. О, начали телодвижение. Они пока еще не знают, куда они хотят идти. Ребятки, я вам подскажу, вам только сюда. Все, открыли проход. Идите сюда, не стесняйтесь, что вы там швендите? Вас тут ждут вагонетки. Все двери открыты, как видите. Заходить не хочу. Но мы вас ждем, в общем. Вон там один смелый пытается двигаться в нашу сторону. Ваша осада выглядит жиденько. Ускорьте этот процесс. Нихера себе, вы тут лес оккупировали. Стоп, я там точно закрыл быстрый проход? А то сейчас может быть не смешно. Да, этот закрыт, этот закрыт, этот закрыт, этот открыт. То есть добро пожаловать. Да, здесь вагонетки катаются, ну ничего. Бляха, здесь еще один кот разлетелся. Понимаем. Так, спиртворф у нас что-то дуру дал. Надеюсь, он уже пришел в себя. Так, это забираем. Собака, еще один кот отлетели. Понимаем. Так, он хочет у нас некоторые задачки, но чуть позже. Чуть позже. Так, я освобожу, наверное, наших товарищей. Где это минус... Минус 10, 11, 12, 13, 14. Так, ребятки. Вы свободны, потому что вы вскоре можете внезапно пригодиться. Освободить вас от этой обязанности. Свалили нахер отсюда. Че эти здесь кутят, я не знаю. Кстати, бататон. Свали нахер отсюда, пожалуйста. Тебя таки ни разу не ранили его вообще. Так, ну шо, гоблины. Воу-воу-воу-воу, начинают понимать, что здесь есть проходик. Давайте. О, заходите, пацаны.
Гость, нет. Вабок, уйди. Ты не вовремя. Он еще и этот, бляха, он мог быть полезен в библиотеке. Вабок, не показывай им пример, что с ними будет. Нет! Вабок! Ой, дурачок же ж ты такой. Все, нет вабока. Гоблины дерутся? С кем? А, они здесь какую-то змею нашли. Вы серьез? Вы пошли драться со змеей, когда у вас есть проход к нам в крепость? Вы что, дураки совсем? Так, Вабок, что с тобой случилось? Как будто я не знаю. Так, железное влетело ему в нижнюю часть ноги. Нога взорвалась. Произошел ужас. Потом он врезается опять же таки в препятствие и разрывается на части. В принципе, ожидаем. В тебя летит с дикой скоростью вагонетка. Чтоб с тобой еще было. Так, ну давай, Уя и Роб, заходите. Он шагнул, сделал шажок, но передумал в последний момент. Товарищ Дегну. Хера себе, они что, мозгов набрались? Там шастают до сих пор снаружи. Давайте, кто-то должен сделать первый шаг. Роб, что ж ты такой резкий? Куда его унесло? Господи, где он делся? Гоблин Эксмен Роб. Так, врезается в правую руку. Рука разрывается. И он врезается в препятствие и взрывается. Отлично, мне нравится схема. Еще один минус. Причем вы можете заметить, что вагонетка на время замедляется. То есть если большое количество народу ринется одновременно, то это закончится очень плохо. Потому что вагонетка встанет, и мы ее никак не сможем запустить. Ну, если она вот здесь где-то встанет. Нет, еще один гость, нет. Хьюман Барт, развернись, уйди. Мы что-то отметили, красная зона, где она, господи. Алерт, нельзя сюда. Не. Ох. Самое странное, бляха, еще один гость идет. Итан, уйди. Уйди, у тебя трое детей. 29 лет, тебе жить и жить, уйди отсюда. Ай. Естественный отбор он такой. Тут как бы ничего не поделаешь. Пяу. Мне нравится, сколько здесь лута уж. Заходите, хлопцы. Ну вы уже на полпути. Ну что вы в кишке застряли-то, ну? Что-то их реально до хера слушаете. Что-то раз, два. Ну да, там уже осталось 20 где-то. Следующий. Пошел. Провезли его на вагонеточке. Следующий. Давай. Пяу, унесло. Что такое? Итан Пойнт has been found dead. А почему мне об этом уведомляют? Он же был гостем. Ладно. Надеюсь, что он был гость. Пусть нам еще и хоронить придется, если он был нашим. Так, видите, вагонетка затормозилась до ужаса, но она успевает все-таки разогнаться и вдарить. Да, видите, они уже толпой сюда ринулись. Она реально успевает развернуться и ускориться. И лупит их по харе, и лупит. Но она лупит теперь гораздо слабее, вот в чем проблема. Так, майнкарт врезается в правую руку, разрывает мышцу через бронзовые перчатки. Гоблин-копейщик врезается в топорщика. Гоблин-копейщик врезается в препятствие. Встает и немножечко застанет. Но видите, за счет потери скорости... Нет! Она встала! Все, она встала! Нет! Так, еще один human poet. Нет, она опять продолжила движение. А как? Я же видел, что она прям встала. Все, вот теперь она точно встала. Видите, они долго стеснялись, потом толпы... Вардог из файтинг? Твою мать. Объясняю ситуацию. Они прошли вот в эту зону. И как вы видите, здесь у нас рампа. И открытый люк. Я забыл закрыть люк. У нас сейчас маленькая проблемка будет, скорее всего. Но мы это все порешаем. Так, милишники обучены.
Как бы так лучше сделать, чтобы они не окочурились? Давайте им поточечно дадим цели. Вот эти цели нужно ухайдохать. Собачку жалко. Так, первого ухайдохали. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Ты можешь плохо закончить, если туда пойдешь. Одумайся. Я тебя молю, одумайся. Давайте изменим направление, просто стойте здесь. Нет, нет, не иди туда. Я ж тебе сказал вернуться назад. Как это больно. Это просто, просто физический боль. Еще один туда идет. Дедук. Ну, если ты тут тугое, что я могу сделать? Так, все, этого еще забили. С этим мы прощаемся. Всех остальных снимаем с них. Может, он сейчас развернется в последний момент, но мне кажется, он уже не успеет. Отменяем все задачи. Он успел! Он успел! Прям в последнюю секунду шагнул в нужную сторону. Так, все, люки мы позакрывали. Здесь наши товарищи всех забили. Но проблема в том, что у нас здесь, по-моему, раненые есть. Они бы здесь просто так не стояли, если бы раненого не было. Потата Кинг жив. Все, уходите отсюда. Все, начали уходить, супер. Так, замечательно, с этим разобрались. Они тут продолжают пропихиваться пока что, но мы им закрыли доступ через верх. Через верх они теперь к нам не пройдут. Но это мой косяк был, это мой косяк. Ну, парочка, кстати, вышли наружу. Видимо, решили, что плохая идея идти на суицид, правильно? Но остальные не так не думают. Вон, пожалуйста, бежит прям. Он прям наступил сюда и такой, что-то здесь не так. Не, одного унесло все-таки. Самый лучший вариант, если есть хотя бы небольшая передышка между их проходками. А, все, они уходят. Что-то у вас не задалась, видимо, осада. Понимаем. Понимаю. Но, опять же таки, как вы видите, если их толпа прям заскакивает, то может быть проблем тосен. Нет, не иди сюда, не иди. Не иди, не надо. Не надо, я не успею остановить. Остановить все. Мы успели. Мы успели остановить, правда, он запер, теперь никуда не пройдет. Сейчас откроем. Да, они уже точно уходят. Вроде бы как. Что-то они застревают в этих кишках. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Нам нужно дождаться, чтобы вот эти свалили. Они причем не ранены, да? Кого хера вы сюда идете? А ну, кш, нахер. Киш-киш-киш. Ушли отсюда. Так, мы потеряли кучу котов. Has been found dead. А почему мы их потеряли? А, это те, которые снаружи остались. Это их только сейчас обнаружили. Понял. Вопрос закрыт. Но, как видите, мы потеряли одного бойца по его личной тупости. Что уже неприятно, да? С кем они дерутся? Так, зубы разлетаются. А кто с кем дерется? Гоблин Хаммермен. Здесь Бист Хантер приперся. Они с ним решили метелиться. Но мы видим, что зубы разлетаются во все стороны. Но непонятно, чьи. Этот просто устал. Ну-ка, последим. Он просто устал, повыбивал им зубы и пошел себе дальше. На него, кстати, еще двое идут. Ну-ка, ты им тоже лицо разломаешь? Ну, он чуть-чуть их так пометелил и ушел. Я его отчасти даже понимаю. А, не, в него с луков стреляют. Или с арбалетов, с луков. Да уходите нахер отсюда, вас уже никто не ждет. Все, кш-кш-кш. Они тем более ранены все, причем серьезно, да? Лол, на бой их серьезно ранил, сам немножко подустал и ушел в лес. Понимаю. Это я понимаю. Все, здесь бой завершен. На обучение пришли. О, зачем я отмену нажал? Надо было подождать. Сейчас мы дадим этим раненым дебикам уйти. Он что, пытается опять атаковать кого-то? Ты что, дебил? Или он решил помирать здесь? Не, они пытаются свалить. Здесь еще эльфийка бродит.
Ходить, брудить. Так, ну, activity, гость. Какой хер он сюда идет? А, это без Hunter, все. А эти два удальца? Я не могу понять, он на эльфику агрессит, или он реально пытается просто уйти? Он уже ничего не чувствует. Понимаю, понимаю. Может, змея на них сейчас нападет, сожрет. Было бы вообще замечательно, на самом деле. Отличная концовочка для его жизни. Так, это тоже здесь пытается. Мне, конечно, они пытаются свалить. Двигаются к краю карты, но... У них, как всегда, что-то не задается. Лол, змея реально напала, серьезно? Да, но получила люля. Так, первый свалил, и второй валит. Все, когда они точно свалят, мы сейчас проверим еще по спискам. Когда они точно свалят, тогда мы уже можем выпускать всех наших. Все, все наши свободны. Открываем быстрый переход. Ням-ням-ням-ням-ням. Дергайте рычажок. Так, здесь все открыто. Здесь снимаем блок со всего, что есть. С трупов, с вагонеток, с дверей. Со всего на свете. Чему мы научились за этот приход гоблинов? Кто-то дерется. Интересно. Мы научились тому, что нужно закрывать люки. Нужно закрывать люки, иначе они сюда всунутся, а нам от этого не легче. Но, если мы посмотрим сюда, мы увидим просто ужасающее количество лута. В том числе и броня, и шмотки обычные, причем не порванные шмотки. Огромное количество внутренностей. Ну, кстати, с этих гоблинов не особо кости вылетали, прошу заметить. С котов кости вылетали только так. Вон, коты, собаки, с них кости летят, дай бог. А вот с дварфов, гоблинов не особо. С них в основном внутренности улетают. Ой, сейчас тонна народу повыкатывается. Давайте, забирайте это все. Мы либо используем сами, либо переработаем, либо продадим. Ну, в общем, куда-то это все денем. Куда-то это все точно денем. Опять же, это занимает достаточно много времени, на самом деле. Чтобы они все собрали, переработали. Вот это вот все. Это реально займет много времени. Ну, ничего страшного. Главное, что мы этого добра понаберемся, и нам, скорее всего, надолго этого хватит. Причем здесь щиты. Щиты железные, кстати, есть. Броня железная, правда, поломанная нахер. Еще щит железный, еще щит железный. Кольчуга, шлем железный. Ну, короче, слушайте, здесь прям нормально можно так пожить. Честно говоря. Я, правда, не знаю, трупы они будут сносить чисто как мусор, либо они их даже трогать не будут. Они их сносят. Я не вижу здесь вагонетку. Почему здесь нет вагонетки? Вагонетка. Какой маршрут у нас сюда? Бляха, я себя еще знал. Вот это, скорее всего, он. Да, и какое правило у нас стоит? 50%, ну хотя ладно. 50% это пару трупов положить, по идее. Но они сейчас ракушечки, зубы туда посносят сначала. Короче, они все отсортируют. Здесь, правда, все в миазме будет довольно продолжительное время. Ну, ничего страшного. Да, начинают по чуть-чуть выносить, но, как вы понимаете, уборка это занимает достаточно много времени. Но и есть плюсы. На эту уборку можно забить болт. Ну, то есть, если новая осада придет, мы просто опять всех загоняем в зону и продолжаем их здесь метелить. Самое важное, чтобы принесли вагонетки. Это вот супер важный момент. Чтобы мы могли быстро перезапустить систему. Кстати, я об этом не подумал. Надо, наверное, знаете, как сделать? Так оно может не сработать. По-хорошему, наверное, надо было бы сделать здесь отдельные склады. Я подумаю, в общем. Ну, скорее всего, да, я сделаю отдельные склады, чтобы по две вагонетки стояло на каждом складе. Чтобы мы могли очень быстро перезапустить систему всю. Но в целом, опять же таки, это работает. Это работает, но, как мы видим, большую нагрузку это не вывезет точно. Поэтому мы в любом случае будем двигаться в сторону лавы. Пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.